Приготовила гороховый суп с рисом диетический. Добавила масло и сливки. Получилось очень вкусно. Попробуйте. Ребятки, всем доброе утро. Хотела с вами поделиться таким казусом. Значит, у меня есть старый телефон, старый ему лет смартфон Galaxy. Уже давно пора выкинуть, но я не такой человек, чтобы выкидывать еще на что-то годящиеся вещи. Вот, 2 года назад не сломалась уже батарейка от телефона. Короче, батарейка вздулась. Я не знаю, 2 года она... То есть я второй раз ее поменяла. Ну, что вы думаете, обошла все компьютерные магазины. В одном магазине сказали, что уже такие не выпускают. Вот. То есть все, выбрасывать старый телефон. Хотя у меня 2 телефона, но старый тоже я. Так он медленно работает, но там все-таки, когда 2 телефона, то можно больше всяких приложений установить. И не помещается в одном телефоне все. Зашла в другой магазин. Кстати, я заходила в него 3 недели назад. И у меня записали номер телефона. Так, в конце концов, и не сказали, что закажут. В конце концов, ничего не заказали. Про меня забыли. Никто не позвонил. Я опять прихожу вчера. Я говорю, что же это? Это ни привета, ни ответа. Говорю, что же вы это так с клиентами-то работаете? Хорошо, но он взял у меня опять номер телефона, сказал, что вечером будет эта батарейка. Кстати, батарейку эту я покупала за 50 шекелей. 50 шекелей. Это ее цена. Ну что же думаете, он позвонил мне вчера вечером и говорит, вы можете прийти забрать эту батарейку. Я говорю, 50 шекелей, да? 50, как я покупала. Нет, говорит, 140. Я говорю, а с чего? С чего цены-то поднялись? Как-то с 50 поднялась цена до 140. Как такое может быть? Короче, внятного ответа я не услышала, почему. То ли я так поняла, потому что тогда были в наличии батарейки у него в магазине, а сейчас нужно заказывать. То есть, если заказываешь, то так цена поднимается в 3 раза. Я сказала, нет, я лучше выброшу телефон старый, но я фраером. Фраером я не буду. Не хочу быть фраером. Вот и все. А хочу еще поделиться с вами моей историей из жизни. Смотрите, дома, все спокойно и тихо. Значит, в одной из групп Фейсбука есть такая группа «Отдам даром». Ну что вы думаете, на самом деле это какой-то стёб там происходит, потому что кто-то пишет, кто хочет отдать что-то, и начинается в ленте комментарий негативный. То есть начинает обсуждать человека, почему он хочет за даром. Какого тогда эта группа называется «Отдам даром», если вы начинаете смеяться над человеком, который хочет старую вещь, потому что в силу экономических соображений он не может купить, начинаете смеяться над этим человеком. Группа называется «Отдам даром». Потом отдаю там старую мебель, какие-то старые стиральные машины, но с условием, что нужен самовывоз. Самовывоз. А чтобы вывезти, это тоже большие деньги. Внутри города, например, я помню, купила старое пианино. Кстати, у этого хозяина магазина я купила старое пианино.
Он мне его продал за 4000 шекелей. Хотя очень много вижу объявлений, что отдают старое пианино бесплатно. Больше фраером не будут. Надо же так себя не любить, чтобы старые вещи покупать по такой цене. Ну, ты только с возрастом понимаешь, насколько тебя поимели во все места. Так вот, в этой группе я написала, кто хочет отдать. Полицейская машина поехала. Патрулирует. Кто хочет отдать старый смартфон. Старый. Мне удобно так, чтобы иметь два телефона. Что же вы думаете? Никто. Писали, у меня есть тот. На самом деле это был Стёп. На самом деле ничего никто не хотел отдавать. Просто хотел поприкалываться. И потратить мое время и нервы. Поэтому какой вывод, ребят? Что никто в этой жизни вам ничего не даст. Все только хотят с вас поиметь, использовать. Все, больше ничего. Ну, вывод мой таков, друзья мои. Сколько вы поимели с других, вас также поимеют. Не в этой жизни, так в следующей. Так что не рассчитывайте на свою хитрость и ловкость рук. Все возвращается бумерангом. Наступает шаббат, обычно в пятницу, вот всегда такое активное движение. В субботу, конечно, кто-то ездит, но такого активного движения нет.